Это абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста. Мы все видели этот стрим и те фразы, которые были положены в основу обвинения. Это фразы, которые просто журналист описывает то, что происходит на улице. Девочки ничего не совершили, просто сняли стрим. Они ничего не кричали, никого не призывали никуда. Просто снимать стрим и за это получить 2 года колонии – это просто абсурд. То, что мы сегодня увидели, это не просто репрессии, это акт государственного терроризма. Это акт устрашения общества и журналистского сообщества в первую очередь. Раньше Лукашенко называли последним диктатором Европы. Я думаю, что он избавился от этого статуса. И в течение последнего полугода он заслужил называться террористом номер один Европы.